Всем привет! Хочу поделиться своим приобретением. Ждал давно эту сковороду или садж. Мощная, килограмм 10. И вот нам ее прислали. Получилась у нас такая вот красота. Сам садж, крышка. Подставка. Сюда также можно угли положить, поставить садж и подать, и ничего остывать не будет. Но чтоб на ней начать готовить, ее надо правильно подготовить к работе, обжечь. А приобрел, если кому интересно, напишите в комментариях, скажу, вот этот комплект, получается, вот эта сковорода с крышкой, сумка, подставка, еще подставка, такая тренога. Это для костра можно где-то в походных условиях делать. 7000 рублей. Так, приступим к обжигу. Чтобы прокалить сковородку, нам нужна сама сковородка, подсолнечное масло. Все. Ноги сыпят соль. Соль нам не нужна. Потому что и люди, кто изготавливает эти вещи, и я знаю, соль нужна только когда надо обжигать в закрытом помещении. Когда в закрытом помещении начинается какая-то копоть, запах, и соль это забирает. Если на улице это делать, то соль не нужна, без соли. Предварительно помыли. Начинаем обжигать. Огонь должен быть сильный. Вот она начала коричневеть. Потом начнет синеть. Вот так как вся сковорода покроется, будем ее мыть и прокаливать уже маслом. Вот она уже, фиолетовое пятно. Передвигаем. Этот способ также, что для саджа, что будет подходить для казана. Так что можно и садж, и казан также именно этим способом прокаливать. У нас садж больше по диаметру, чем печь, и края плохо обжигаются, и для этого нужно просто вот сдвинуть огонь и потихонечку здесь обжигать. Вот осталось чуть-чуть нам обжечь. После этого мы помоем и уже прокаливать будем маслом. Так, все мы прокалили. Обожгли. Даем остыть немного, моем и уже будем прокаливать маслом. Все у нас покипело, сливаем эту воду. Вытираем, грязь какая. Вымыли, протерли,
выливаем теперь наше масло. Смазываем все. Масло у нас задымилось. Луковицы. Какой аромат пошел. Вот масло почернело уже, обгорело. Сольем его. Нальем свежего масла. И еще разочек прокалим. Прокаливание наше завершилось. Сливаем все масло. И опять все прокипятим. Все покипело, у нас, наверное, минут 15. Сковорода уже готова. Давайте попробуем пожарить на ней что-нибудь. Так, плеснем немножко маслица. Попробуем, давайте пожарим. Прилипли. Котлетки у нас из индейки. Котлеты пожарили, садж обожгли. Попробуем котлетку. Я показал вам, как это все делать. Покупайте, делайте. Подгорать ничего не будет. На этом с вами попрощаюсь. С уважением, Ник Ник Готовит.